Всем намасте! Сегодня мы практикуем с вами хатха-йогу, и, возможно, для занятия вам сегодня понадобится кирпич и ремешок для того, чтобы простить позы. Пожалуйста, делайте позу на ту глубину, которая сейчас позволяет сделать вам ваше тело. Не идите глубже, иначе можете получить травму. Постарайтесь своим вниманием пребывать на коврике в своем теле, наблюдать за ощущениями в нем и не отвлекайтесь на другие посторонние объекты. Наблюдайте за своим дыханием и дышите, пожалуйста, таким образом, как я это буду проговаривать. Постарайтесь не расстраиваться, если у вас не получится с первого раза, постепенно с практикой вы научитесь углублять свое дыхание. И также, как всегда, перед началом занятия, пожалуйста, если у вас есть какие-то заболевания или вы плохо себя чувствуете, обратитесь к своему лечащему врачу, чтобы он вам рекомендовал или, наоборот, сказал, что вам нельзя заниматься йогой. Итак, мы переходим к практике. Займите удобное положение с прямой спиной, почувствуйте свои седалищные кости, ими толкнитесь от пола и вытяните за макушкой вверх. Введите плечи от ушей, сделайте глубокий вдох, прикройте свои глаза и настройтесь на практику. Сделайте плавный выдох и с этим выдохом все свои проблемы, заботы, переживания введите на дальний план. Начните погружаться глубже внутрь себя, уже сейчас начните отслеживать все ощущения, которые возникают в вашем теле. И постарайтесь отслеживать эти ощущения в течение всей практики, в течение всего занятия. Спокойно дышим, наблюдаем за дыханием, за тем, как вдох плавно переходит в выдох, а выдох во вдох. Соединяем руки в намасте перед грудью, споем вместе мантру ом, делаем вдох поглубже. Опускаем ладони на колени и на вдохе правым ухом тянемся к правому плечу, на выдохе левым ухом тянемся к левому плечу. Все это делаем через вытяжение позвоночника в ритме своего дыхания. На вдохе смотрим вверх, потолок, сильно голову назад не уводим. Выдох, подбородком тянемся к грудной клетке. Вдох, смотрим вверх, выдох, подбородок к грудной клетке. И дальше, вытянувшись за макушкой вверх, на вдохе поворачиваем голову вправо, на выдохе вводим голову влево. Вытягиваемся за макушкой вверх, вращаем плечами назад. И вращаем плечами вперед. Правое плечо по кругу идет вперед, левое назад, движение соединяем. И теперь левое вперед, правое назад. Перекрещиваем палец рук, замок вытягиваем вверх, плечи вводим вниз от ушей. И здесь вдох, выдох, уходим вправо, левый бок вытягиваем, ягодицы на полу, плечо от уха, взгляд вверх. На вдохе поднимаемся, вытягиваемся вверх, на выдохе уходим влево, правый бок вытягиваем, ягодицы на полу, плечо от уха, взгляд вверх.
На вдохе поднимаемся, вытягиваемся вверх, выдох, скрутка вправо, правая рука за спиной, левая на правом бедре. Вдох, раскручиваемся, вытягиваемся вверх, выдох, скрутка влево, левая рука за спиной, правая на левом бедре. Вдох, раскручиваемся, вытягиваемся вверх, выдох, ладонь уводим за спину, палец смотрит вперед. Вдох, толкаемся от пола, раскрываем грудную клетку, пупок к позвоночнику, взгляд направляем вверх. На следующем вдохе аккуратно поднимаемся, вытягиваемся за руками вверх. И на выдохе опускаемся в наклон от тазобедренных суставов. Аккуратно поднимаемся вверх и, помогая себе руками, встаем. Стопы ставим на ширину таза. Вытягиваем руки вперед перед собой, начинаем ладонями рисовать восьмерки. И дальше меняем направление восьмерки. Руки сгибаем чуть больше восьмерки. И меняем направление. Включаем плечевые суставы, большие восьмерки. И меняем направление. Сбрасываем напряжение с рук, ладонь на талии, вращаем тазом всем корпусом. Другую сторону. Вытягиваемся вверх, левая нога опорная, правую вытягиваем, рисуем восьмерку стопой. И меняем направление восьмерки. Ногу сгибаем чуть больше восьмерка. И меняем направление. Включаем тазобедренный большая восьмерка. И меняем направление. Опускаем правую, левую ногу вытягиваем, восьмерка стопой. И меняем направление движения. Ногу сгибаем чуть больше восьмерка. И меняем направление. Включаем тазобедренный, большая восьмерка. И меняем направление. Опускаем ногу вниз, сбрасываем напряжение с ног. Отстаиваем тадасану пост горы. Стопы вместе, пальцы вместе, пятки чуть в стороны. Равномерно распределяем вес. Подтягиваем колени вверх, бедра в тонусе. Копчик вниз, лобок вверх по позвоночнику. Плечи вниз, вытягиваем руки через стороны в пол, расширяем грудную клетку в стороны. Вытягиваемся вверх за макушкой, глаза прикрываем, настраиваемся на практику Сурья Намаскар, приветствие солнцу. Наблюдаем за своим дыханием, уже сейчас стараемся углублять вдохи и выдохи. Открываем глаза, на вдохе поднимаем руки через стороны вверх, взгляд направляем на руки, выдох, уходим вниз, наклон. Если наклон не глубокий, сгибаем ноги в коленях. Вдох, прогнулись, посмотрели вперед. Выдох, чатуранга дандасана в полном варианте, либо с коленями на коврике. Вдох, собака морды вверх. Выдох, собака морды вниз. Толкаясь руками от пола, вытягиваем спину, вытягиваем шею, плечи, возим от ушей и дышим. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох. Два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. И возвращаемся к рукам. Вдох, прогнулись, посмотрели вперед. Выдох, уходим вниз, наклон.
Вдох, вытягиваемся вверх, опускаем руки в намасте. Вдох, вытягиваемся вверх. Выдох, уходим вниз. Вдох, прогнулись. Выдох, чатуранга в своем варианте. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вытягиваем шею, вытягиваем спину, плечи. Прокручиваем изнутри наружу, дышим. Вдох. Выдох. Раз, вдох. Выдох. Два, вдох. Выдох. Три, вдох. Выдох. Четыре, вдох. Выдох. Пять, и возвращаемся к рукам. Вдох, прогнулись, посмотрели вперед, выдох, ходим вниз, наклон. Вдох, вытягиваемся вверх, опускаем руки в намасте. Вдох, вытягиваемся вверх. Выдох, уходим вниз. Вдох, прогнулись. Выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Если ваши пятки не опускаются вниз, у вас круглая поясница, подсогните ноги в колени. Вытолкните копчик назад и вверх. Дышим в любом из положений. Вдох. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Возвращаемся к рукам. Вдох, прогнулись, посмотрели вперед, выдох, ходим вниз, наклон. Вдох, вытягиваемся вверх, опускаем руки в намасте. Последний круг, вдох, вытягиваемся вверх. Выдох, уходим вниз. Вдох, прогнулись. Выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Дышим, вдох, выдох. Раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, возвращаемся к рукам. Вдох, прогнулись, посмотрели вперед, выдох, уходим вниз, наклон, вдох, вытягиваемся вверх. Опускаем руки в намасте, опускаем руки вниз. Ваша левая нога становится опорной, левое колено подтягиваем вверх. Правую ногу сгибаем, колено отводим в сторону, стопу ставим на бедро, если это невозможно, чуть ниже, но не на колено. Колено смотрит назад и вниз, пальцы стопы в пол, копчик вниз, пупок к позвоночнику. Руки в намасте, на вдохе руки вытягиваем, плечи вводим вниз. Врикшасана, дышим, вдох. Выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, опускаем руки, подтягиваем правую пятку, правой ягодицы, берем себя рукой за стопу или лодыжку. Вытягиваем вверх левую руку, вдох, выдох, уходим вниз, правую стопу толкаем вверх и назад, натраджасана. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох. Выдох, 5, аккуратно поднимаемся, чуть сгибаем левую ногу, правая нога оплетает левую ногу, правая рука сверху оплетает левую руку, ладони пробуем соединить, если не получается, берем себя рукой за большой палец. Ладонь толкаем вверх, таз опускаем чуть ниже, грудасана, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох. Выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох,
5, расплетаем руки, ноги, стопы вместе. Делаем вдох, на выдохе уходим на наклон, тазобедренный сустав, если нужно, ноги сгибаем в колени. Перекрещиваем пальцы рук, запоминаем, какой указательный палец сверху. И из этого положения толкаем замок в пол, насколько получается. Шею вытягиваем, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох. Выдох, 4, вдох, выдох, 5, расцепляем руки, ладони ставим на пол перед собой, готовимся к бакасане, ладони на ширине плеч, колени на плечи, взгляд на точки на полу перед собой, вес центра ладони, 1-2 ноги поднимаются вверх, дышим, удлиняем вдохи и выдохи. Дальше отшагиваем, отпрыгиваем чатуранга. Вдох, собака, морда вверх. Выдох, собака, морда вниз. Вытягиваем спину, вытягиваем шею, плечи от ушей, дышим. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох. Выдох, 4, вдох, выдох, 5, на вдох широко шагаем правой ногой вперед. Левую стопу закручиваем, проверяем, чтобы край стопы плотно стоял на полу. Таз открыт, левое колено подтянуто, правую ногу сгибаем так, чтобы не было острого угла, чтобы колено не заваливалось. За руками тянемся в стороны, проверяем, чтобы левая рука продолжала линию правой руки. Взгляд поверх правой руки, Вирабхадрасана 2, ковчик вниз, пупок к позвоночнику, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, 4, вдох. Выдох, 5, здесь делаем вдох, на выдохе таз ниже, правая ладонь опускается на пол, либо, если не получается, на кирпич, левую руку вытягиваем вдоль пола, плечо от уха, взгляд вверх, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох. Выдох, 4, вдох, выдох, 5, либо остаемся здесь, либо правую руку вводим под правое бедро, левую руку за спину, берем себя рукой за руку, накручиваемся на бедро, вариация Удхита Парашутанасана, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох. Выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5. Аккуратно выходим, опускаем ладонь на коврик, собака мордой вниз. Вдох, высокий упор, выдох, чатуранга, вдох, Урдхва Мукшванасана, выдох, Адха Мукшванасана. Вытягиваем спину, вытягиваем шею, плечи от ушей. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5. Возвращаемся к рукам. Вдох, прогнулись, посмотрели вперед, выдох, ходим вниз, наклон, вдох, вытягиваемся вверх, опускаем руки в намасте, опускаем руки вниз и повторяем все то же самое на другую сторону. Правая нога опорная, колено подтягиваем вверх, левую ногу сгибаем, колено в сторону, стопа на бедре либо чуть ниже, колено смотрит назад и вниз, пальцы стопы в пол, пупок к позвоночнику, копчик вниз, руки в намасте.
Вытягиваем руки вверх, плечи уводим вниз. Врикшасана, вдох, выдох. Раз, вдох, выдох. Два, вдох, выдох. Три, вдох, выдох. Четыре, вдох, выдох. Пять, опускаем руки, подтягиваем пятку, ягодицы, берем себя рукой за стопу, за лодыжку. Вытягиваем вверх правую руку, делаем вдох, на выдохе уходим вниз. Левую пятку толкаем назад и вверх, натраджасану, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, выходим, чуть сгибаем правую ногу, левая нога оплетает правую ногу, левая рука оплетает правую руку, ладони толкаем вверх, таз чуть пониже, гарудасана, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, расплетаем руки, ноги, стопы вместе, делаем вдох, вытягиваемся вверх, выдох, уходим в наклон от тазобедренных суставов, если нужно, сгибаем колени, вводим руки за спину, перекрещиваем пальцы рук, другой указательный палец сверху, толкаем за ног в пол, шею вытягиваем, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, расплетаем руки, готовимся к бакасане. Ладони на пол, ладони на ширине плеч, колени на плечи, взгляд на точки на полу. Одна-две ноги поднимаются вверх, дышим, удлиняем вдохи и выдохи. Отшагиваем, либо отпрыгиваем чатуранга. Вдох, собака мордой вверх, выдох, собака мордой вниз. Вытягиваем спину, вытягиваем шею, плечи от ушей. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, на вдох широко шагаем левой ногой вперед. Поднимаемся вверх, открываем таз, правую стопу закручиваем, колено подтягиваем, левую ногу сгибаем, колено смотрит на палец стопы, руки параллельно полу, взгляд поверх левой руки, копчик вниз, пупок позвоночнику вверх, Бадасана, два, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, делаем вдох, на выдохе опускаем левую ладонь на пол, либо кирпич, таз чуть ниже, правую руку вытягиваем вдоль пола, плечо от уха, взгляд направляем вверх, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, остаемся здесь, либо делаем захват, левая рука под бедром, правая за спину, взгляд вверх, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох,
Выдох. 5. Аккуратно раскручиваемся. Собака мордой вниз. Вдох. Высокий упор. Выдох. Чатуранга. Вдох. Урдха Мукшванасана. Выдох. Ардха Мукшванасана. Остаемся здесь. Дышим. Вдох. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. 2. Вдох. Выдох. 3. Вдох. Выдох. 4. Вдох. Выдох. 5. На вдохе подшагиваем и подпрыгиваем к рукам. Опускаемся на коврик. Вытягиваем ноги вперед. Введите ягодицы с подседалищных костей. Согните правую ногу в колени и перешагните правую ногу через левую. Вытяните свою стопу правую влево, так, чтобы стопа оказалась на ребре. Согните вашу левую ногу, подтяните пятку ягодицы, и также ваша стопа остается на ребре. Проверьте, чтобы ваши ягодицы сидели на коврике. Если это не так, подложите возвышение под таз, под две ягодицы. Либо оставьте свою левую ногу прямой, но стопа смотрит на себя. Дальше вытяните свою левую руку вверх, плечо видите от уха. Согните руку в локте и помогите правой рукой ввести свою левую руку за спину чуть дальше. После этого правая рука уходит за спину, пробуем захватиться ладонью за ладонь. Если не удается этого сделать, берем ремешок и удлиняем свои руки с помощью ремешка. Вытягиваемся за макушкой вверх, вытягиваем локоть вверх, остаемся в гамукхасане и дышим. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, 2, вдох, выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох, выдох. 5. Расплетаем руки, расплетаем ноги, сбрасываем напряжение с ног и вращаем плечами назад, вперед. Снова вытаскиваем ягодичные мышцы. Стопы вместе, стопы смотрят на себя. Вытягиваемся за руками вверх, плечи вниз. Вдох, не теряя вытяжения в спине, уходим в наклон тазобедренного сустава. Если наклон не глубокий, удлиняем руки ремешком, ремешок тянем на себя. Также можно подсогнуть ноги в коленях. Остаемся в своем варианте пащиматанасаны и дышим здесь. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, 2, вдох, выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох, выдох. 5. Аккуратно поднимаемся, вводим ладони за спину. Пальцы смотрят вперед, плечи толкаем вниз от ушей. Вариант попроще. Сгибаем ноги в коленях, таз толкаем вверх, раскрываем грудную клетку, взгляд вверх. Вариант полный. Парватанасана, ступы соединяем. Толкаем таз вверх и стараемся пальцы ног поставить на пол. Вдох. Выдох. Раз. Вдох. Выдох, 2, вдох, выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5. Опускаемся вниз, вытягиваем запястье в другую сторону, тыльная часть ладони на полу. И дальше снова уводим ладони за спину, пальцы смотрят вперед, сгибаем ноги в коленях, стопы на коврике. Чуть сгибаем локти, приподнимаем таз и приближаем таз ближе к вашим пяткам. Отсюда центр груди выталкиваем вперед и вверх. Остаемся здесь, либо, если возможно, ноги вытягиваем по полу вперед. Но продолжаем толкать центр груди вперед и вверх. Дышим. Вдох. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. 2. Вдох. Выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5. Приближаем стопы к тазу, приподнимаем таз и приближаем таз к рукам.
Освобождаем руки, вытягиваем запястья в другую сторону. Вытаскиваем ягодицы из поседалищных костей. И правая нога снова перешагнула через левую. Если возможно, сгибаем левую ногу, подтягиваем пятки ягодицы. Опять же, ягодицы сидят на коврике. Если это не так, нога нижняя остается прямой. Толкаемся от колена, вытягиваемся вверх. Вдох, вытягиваемся, плечи вводим от ушей. Выдох, уходим в скрутку вправо. Правая рука за спиной, толкаемся рукой от пола. Левый локоть вводим за правое колено. Голова продолжает скрутку. Арха Матхьенасана. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Возвращаем правую ногу назад. Правая нога перешагнула через левую. Соединяем стопы и колени вместе. Ваш левый локоть остается за правым коленом. И чем выше ваше колено находится сейчас, тем будет устойчивее ваш баланс. Ставим ладони справа от себя на коврик. Ладонь на ширине плеч, пальцы широко. Приподнимаем таз. Правое бедро лежит на левом плече. Левая нога лежит на правой ноге. Пробуем поднять стопы. Парсвабхасана, если возможно, двипадхандинасана. Дышим в любом из положений. Стараемся не смотреть на свои ноги и руки, иначе можно упасть. Аккуратно опускаемся вниз. Вытягиваем запястье в другую сторону, тыльная часть ладони на полу. Восстанавливаем дыхание, если дыхание сбилось. Дальше готовимся делать все то же самое, но другую сторону. Вытаскиваем ягодицы из поседалищных костей. Левая нога перешагнула через правую, сдвигаем левую стопу вправо, так, чтобы стопа оказалась на ребре. Если нужно возвышение под таз, если нужно, оставляем правую ногу прямой. Сгибаем левую ногу, подтягиваем пятку ягодицы, если это возможно. Стопа также лежит на ребре. Дальше вытягиваем правую руку, сгибаем ее, помогаем левой рукой увести правую чуть глубже за спину. После этого левая рука уходит за спину, делаем замок. Если это невозможно, используем ремешок. Вытягиваем локоть вверх, вытягиваем макушку вверх, дышим. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох. Два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Расплетаем руки, расплетаем ноги, сбрасываем напряжение с ног, вращаем плечами назад, вперед. Снова вытаскиваем ягодицы, стопы вместе, стоп смотрит на себя. Вдох, вытягиваемся вверх, плечи вниз. Выдох, входим в наклон от тазобедренных суставов. Если нужно, используем ремешок, сгибаем ноги. Остаемся в Пасчимоттанасане, вытягиваем спину, вытягиваем шею, плечи от ушей. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох. Четыре, вдох, выдох, пять. Аккуратно поднимаемся, руки вводим за спину, пальцы смотрят вперед, плечи вниз. Либо полный вариант с прямыми ногами, либо облегченный с согнутыми ногами. Вдох, толкаем таз вверх, раскрываем грудную клетку, взгляд вверх, Парсвабхасана. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох. Два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Опускаемся вниз, вытягиваем запястья.
И снова ставим ладони за спину, пальцы смотрят вперед, чуть сгибаем локти, сгибаем ноги, толкаем таз вверх и подтягиваем таз к пяткам. Центр груди выталкиваем вперед и вверх, остаемся здесь, либо вытягиваем ноги по полу вперед, продолжая толкать центр груди вперед и вверх. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох. Выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, сгибаем ноги, если ноги выпрямляли, приближаем таз к рукам, вытягиваем запястье в другую сторону. Дальше левая нога перешагнула через правую, либо правая нога прямая, либо возвышение под таз, либо сгибаем правую ногу, пятки, ягодицы. Толкаемся от колена, вытягиваемся вверх, вдох, руки вверх, плечи вниз, не теряя вытяжения, уходим в скрутку влево. Левая рука за спиной, правый локоть за левое колено, голова продолжает скрутку. Вдох, выдох. Раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. И дальше не раскручиваясь, соединяем стопы, колени вместе. И ваш правый локоть уходит глубоко за ваше левое колено. Пробуем поставить руки слева от себя, ладони на ширине плеч, пальцы широко. Поднимаем таз, ваше левое бедро на правом плече, поднимаем ноги. Если возможно, ноги вытягиваем. Не забываем дышать. Если не получается поднимать ноги, пробуем поднимать по одной ноге. Опускаемся вниз и вытягиваем запястье в другую сторону. Переходим на живот. Ладони перед грудью, толкаемся руками от пола, вытягиваемся вперед и вверх за макушкой. Проползаем нижними ребрами чуть вперед, сохранив лобковую косточку на полу. Опускаемся вниз, вводим руки за спину, перекрещиваем пальцы рук. Делаем вдох, поднимаем ноги, поднимаем голову, но шею, заднюю поверхность шеи не зажимаем, смотрим в пол. Толкаем замок в сторону стены. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Меняем крест пальцев, другой указательный палец сверху. Вдох, выдох. Раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Опускаемся вниз, толкаемся руками от пола, выходим в шавасану, пульс зайца. Стоп, колени вместе, таз на пятки. Руки вытягиваем вперед, плечи от ушей, лоб на коврике. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Возвращаемся на живот. Еще раз толкаемся от пола, вытягиваемся вперед и вверх. Опускаемся вниз, сгибаем руки в локтях, локти под плечи, предплечья параллельно друг другу. Плечи вниз, руками полутянем на себя, с макушкой вытягиваемся вверх. Таз толкаем в пол, пупок к позвоночнику. Поза сфинкса. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох.
Три, вдох, выдох. Четыре, вдох, выдох. Пять, если вытяжения хватает или есть проблемы в пояснице, остаемся здесь. Либо переходим в кобру. Ладони под плечи, локти смотрят назад. Поднимаемся вверх, плечи вниз, руками пол тянем на себя, таз пол, пупок к позвоночнику, центр груди вперед и вверх. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, 5, опускаемся вниз, толкаемся руками от пола, стопы вместе, колени в стороны, вариация поз зайца, таз на пятки, лоб пол тянется вперед за руками, плечи от ушей, живот стараемся подвинуть ближе к полу, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, аккуратно опускаемся вниз опять на живот, толкаемся руками от пола, вытягиваемся вперед и вверх, опускаемся. Левое предплечье ставим перед собой параллельно короткой части коврика и стараемся рукой толкаться от пола, не опускаем грудную клетку вниз. Сгибаем правую ногу, берем себя правой рукой за стопу, тянем пятку ягодицы. Если вы дотянулись до ягодицы, толкаем пятку в пол, центр груди, выталкиваем вперед и вверх. Ардхабхикасана. Если не удается взять с рукой, набрасываем ремешок. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох. Выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, меняем захват, берем себя за лодыжку, левую руку вытягиваем вперед, на вдохе поднимаем руки и ноги, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, опускаемся вниз, толкаемся руками от пола, шанкасана, стоп, колени вместе, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, возвращаемся на живот, толкаемся от пола, вытягиваемся, вперед и вверх, опускаемся вниз, правое предплечье параллельно короткой части коврика, грудной клеткой не проваливаемся, толкаемся рукой, сгибаем левую ногу, если нужно, набрасываем ремешок. Если возможно, берем себя рукой за стопу. Тянем пятку ягодицы. Если дотянулись до ягодицы, толкаем пятку в сторону пола. Центр груди вперед и вверх. Вдох. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре, вдох, выдох, пять, аккуратно меняем захват, берем себя рукой за лодыжку, правую руку вытягиваем, на вдохе руки, ноги вверх, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, опускаем руку, ногу вниз, шанкасана, стопы вместе, колени в стороны, вдох, выдох, раз, вдох, выдох,
Два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, делаем вдох, выдох, собака мордой вниз. Выталкиваем копчик назад и вверх, вытягиваем спину, плечи от ушей, вдох, высокий упор, выдох, чатуранга, вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, выдох. Раз, вдох, выдох. Два, вдох, выдох. Три, вдох, выдох. Четыре, вдох, выдох. Пять. На вдохе проносим правую ногу вперед, укладываем ее на коврик таким образом, чтобы колено смотрело в сторону, а правая пятка была рядом с левым подвижным гребнем. Вытягиваем левую ногу так, чтобы стопа была на подъеме. Проверяем, чтобы таз был близко относительно к полу. Если это не так, берем кирпичик, подкладываем кирпичик под бедро. Толкаемся руками. Вытягиваемся за макушкой вперед и вверх, остаемся здесь. Либо, если возможно, пробуем вытянуть руки вверх, но поясница должна чувствовать себя хорошо. Либо, если возможно, выходим в свой вариант эко-падраджик-патасана. Используя ремешок, либо не используя ремешок. Все зависит от возможности вашего тела. Я не буду считать, но, пожалуйста, дышите. Аккуратно выходим из любого положения, уходим в сторону пола, ладонь на ладонь, сверху лоб, и здесь отдыхаем. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох. Выдох. Пять. Ладони ставим на коврик. Собака мордой вниз. Остаемся здесь. Вытягиваем спину. Шею, плечи возим от ушей. Вдох. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре, вдох, выдох, пять, на вдохе проносим левую ногу вперед, колено смотрит в сторону, пятка рядом с воздушным гребнем, правую ногу вытягиваем так, чтобы стопа была на подъеме, проверяем, чтобы таз был низко к полу, если это не так, кирпич под бедро, и проверяем, чтобы у нас не было завала на левую ягодицу. Толкаемся руками от пола, вытягиваемся вверх, плечи вниз, остаемся здесь. Если ваше тело позволяет, вытягиваем руки вверх, плечи вниз, поясница чувствует себя хорошо, взгляд вверх. Либо, если возможно, выходим в свой вариант эко-падраджик-патасана, используя ремешок. Либо не используя ремешок. В любом из положений дышим, удлиняем вдохи и выдохи. Я не буду считать, но, пожалуйста, будьте честны сами перед собой. Аккуратно выходим из любого положения. Опускаемся вниз, ладонь на ладонь, сверху лоб. Дышим. Вдох. Выдох. Раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Опускаем ладонь на коврик, собаку мордой вниз. Вдох, высокий упор, выдох, чатуранга.
Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз, плечи от ушей, спину шеи вытягиваем. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Вдох, высокий упор. Копчик подкручиваем, пупок толкаем к позвоночнику, в пояснице не проваливаемся, это очень важно. Толкаем пятки назад, лопатки не выталкиваем вверх, за макушкой вытягиваемся вперед. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох. Четыре, вдох, выдох, пять, либо сразу собака мордой вниз, либо чатуранга, вдох, собака мордой вверх, выдох, собака мордой вниз, вытягиваем спину, шею, плечи от ушей, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох. Три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, на вдохе подшагиваем, подпрыгиваем к рукам, садимся. Сгибаем ноги, подтягиваем пятки к ягодицам, ладони под колени, толкаемся руками от ног, вытягиваемся вверх, плечи вводим от ушей, вес седалищной кости, центр груди толкаем вперед и вверх. Руки оставляем либо так, либо по одной пытаемся вытянуть, меняя руки местами, либо две руки вытягиваем. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох. Выдох, пять, остаемся здесь, либо ставим пальцы рук на пол, вытягиваем ноги, центр груди, вперед и вверх. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох. Выдох, пять, поясница на полу, стопы на уровне глаз, поясницу приклеиваем к полу, если это не так, ноги чуть выше, руки вытягиваем, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох. Выдох, пять, опускаемся вниз, расслабляемся, дышим животом. На вдохе ваш пупок поднимается вверх, на выдохе пупок уходит вниз. И дальше сгибаем ноги в коленях, стопы ставим на пол, на ширину таза. Два варианта. Для тех, для кого мост является сложной позой, выходит в полумост, для этого у вас есть три положения ваших рук, либо вы тянетесь вперед в сторону ног, либо вы выводите пальцы рук под пятки, либо вы пробуете взять себя за лодыжки. На вдохе толкаем таз вверх, грудной клеткой накатываемся на подбородок, пупок к позвоночнику. Бедра параллельно друг другу. Остаемся здесь на 5 дыханий, самостоятельно дыхание отсчитываем. Либо, если эта поза является для вас простой, у вас хороший прогиб, выходим в Урдхва-Дханурасану, мост. Ладони ставим на пол рядом с ушами, толкаемся руками, толкаемся ногами, центр груди выталкиваем вперед и вверх. Остаемся здесь на 5 дыханий, самостоятельно дыхание отсчитываем.
Стоп, стоят параллельно. Из любого положения выходим. Опускаемся вниз, подтягиваем бедра к животу, обхватывая себя руками за колени. Подтягиваем лоб в сторону колени, начинаем кататься влево-вправо. Вперед-назад и катаемся по мышцам, которые идут вдоль позвоночника, не по позвоночнику. Раскатываем спину, компенсируем прогиб. И дальше готовимся к перевернутым положениям. Я напоминаю, что перевернутые позы имеют противопоказания. Повышенное давление, отслоение щетки глаза, гиперфункция щитовидки, травмы шеи, грыж, протрузии этой области и менструация. Если вы не делаете сегодня перевернутые положения, пожалуйста, подойдите к стене, плотно опустите таз к стене и дальше вытяните ноги по стене вверх. Если же вы делаете перевернутые положения, у вас нет противопоказаний, приготовьтесь выходить в халасану, позу плуга. Опуститесь на спину, сделайте вдох, толкните ноги вверх. И на выдохе уведите ноги за голову. Попробуйте поставить стопу на пол. Если это невозможно, поставьте возвышение под стопы. Пятки толкните от себя, седалищные кости вверх. Два положения рук, ладони под стопы, либо замок за спиной. Замком толкаемся от пола. Дышим. Вдох. Выдох. Раз. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Опустите ладони на спину ближе к лопаткам. Локти уже, вытягиваем ноги вверх, стопы вместе, стоп смотрят вверх, либо чуть на себя. Сарвангасана, вес плеч, плечевые суставы, не в шею, не в голову. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох. Четыре, вдох, выдох, пять, сделайте вдох, и на выдохе снова уведите ноги за голову. Еще раз халасана, позу плуга. Если вы делали замок, поменяйте крест пальцев в замке, стопы, пятки от себя, седалищные кости вверх. Вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох. Выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять, согните ноги в коленях, опустите колени на пол рядом с ушами, возьмите себя руками за стопы, либо под колени, Карна Педасана, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох. Выдох, три, вдох, выдох, четыре, вдох, выдох, пять. Аккуратно начинаем раскручиваться позвонок за позвонком. Как только поясница коснется пола, стараемся также медленно, аккуратно опустить ноги. И дальше выходим в позу рыбы. Вытягиваем руки вдоль корпуса, толкаемся руками от пола, приподнимаемся. Голову ставим на макушку, центр груди выталкиваем вперед и вверх. Стопы вместе, стоп смотрит на себя. Утьясана, вдох, выдох, раз, вдох, выдох, два, вдох, выдох, три, вдох, выдох. Четыре, вдох, выдох, пять, опускаемся вниз, делаем замок, замок на затылке, тянем подбородок к грудной клетке, вытягиваем шею в другую сторону.
дальше готовимся к шавасане. Если нужно, на шавасану берем одеяло. Разводим ноги чуть в стороны, разводим руки чуть в стороны, ладони смотрят вверх. Глаза закрыты, начинаем дышать животом. На вдохе пупок поднимается вверх, на выдохе пупок уходит вниз. И сейчас я буду называть участки тела, мысленно следуем за моим голосом по этим участкам. Начинаем расслаблять палец правой руки. Правая ладонь расслаблена. Расслабляем запястье. Предплечье расслаблено. Начинаем расслаблять правый локоть, плечо и плечевой сустав расслаблен. Расслабляем правую ключицу, левая ключица расслаблена. Расслабляем плечо и плечевой сустав. Начинаем расслаблять левый локоть. Предплечье расслаблено. Расслабляем запястье. Расслабляем ладонь. Пальцы левой руки расслаблены. Начинаем расслаблять пальцы правой ноги. Вся правая стопа расслаблена. Расслабляем голень. Икроножная мышца расслаблена. Начинаем расслаблять колено, область под коленом. Все правое бедро расслаблено. Расслабляем правый тазобедренный сустав. Область паха расслаблена. Расслабляем левый тазобедренный сустав. Все левое бедро расслаблено. Начинаем расслаблять колено, область под коленом. Икроножная мышца расслаблена. Расслабляем голень. Расслабляем стопу. Пальцы левой ноги расслаблены. Начинаем расслаблять ягодичные мышцы. Нижняя часть спины расслаблена. Расслабляем область позвоночника. Расслабляем область лопаток. Верхняя часть спины расслаблена. Начинаем расслаблять заднюю поверхность шеи. Затылочная часть головы расслаблена. Расслабляем область макушки. Расслабляем боковые части головы вместе с ушами. Лоб расслаблен. Расслабляем веки и глаза под веками. Начинаем расслаблять щеки, нос, рот. Все мышцы лица расслаблены. Расслабляем боковые части шеи. Передняя поверхность шеи расслаблена. Расслабляем область между ключицами. Начинаем расслаблять всю грудную клетку. Правый бок расслаблен. Расслабляем левый бок. Расслабляем верхнюю часть живота с областью солнечного сплетения. Средняя часть живота с пупком расслаблены. Расслабляем нижнюю часть живота. Все ваше тело расслаблено. С каждым выдохом оставшееся напряжение покидает тело. С каждым вдохом ваше тело начинает наполняться новой энергией.
Сделайте глубокий вдох и такой же плавный выдох. Почувствуйте точки соприкосновения вашего тела с полом. Начните медленно шевелить пальцами рук, пальцами ног. Не открывая глаз, потянитесь всем телом, будто бы вы только что проснулись. Не открывая глаз, помогая себе руками, повернитесь на правый бок. Полежите в этом положении какое-то время, обязательно подложите руку под голову. Дальше, не открывая глаз, помогая себе руками, садитесь в удобное положение с прямой спиной. Начинаем растирать ладони перед грудью до горячего состояния. Горячие ладони накладываем на область глаз. Еще раз растираем ладони, горячие ладони накладываем на область сердца. Соединяем руки в намасте перед грудью. Сейчас пришло время для того, чтобы поблагодарить себя за практику, посвятить плоды своей практики своим родным, любимым, близким людям. Споем вместе мантру ОМ, делаем вдох поглубже. Опускаем голову вниз, открываем глаза, сначала поднимаем голову и затем взгляд. Всем спасибо за практику. Если вам понравилось занятие, ставьте лайк. Если вы не хотите пропускать занятия, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Всем хорошего дня и намасте!